Коба, и как вам нравится? Умишки это просто кофточка. Гулять ночью, конечно, он, ну, в темное время. В холод он будет в той попонке сверху. То, что это Миша. Ну и для Рыжика пальтишко. Вот так, вот так. Пошел, пошел. Че, Рыжий, тепло стало, да? В этом пальтишке. Гриша, что-то у тебя вся морда в снегу. Вот так. Мишаня? Миша занят делом. Я просто показать. Вот так. Вот. Пошел, пошел. Профиль. Веселая штучка. Ну и все, ребят. Холодно. Минус 7, с ветром минус 18. Вот, ну, что-то ветра особо-то я не ощущаю, но раз написано на компьютере, значит, так оно и есть, да, Миша? Ну и все, пошли домой. Обезьяны, пошли, пошли. Красивый. Миша еще красивее стал. Так, рыженький. А, рыженький там. Немножко великовато, ну, на вырост. Да нет, она с него слезла просто. Вон уже до половины за шею. Надо застегивать. Что-то закапывает. Наверное, пописал. Я говорю, он кошка. Ну все, ребята. Мы пошли назад. А то опять одна попа. Пошел, пошел. Молодец. Ну сейчас теплее, конечно, стало. Пошел. Раз, два, три. Это еще что было? Господи. Рыжий, пошли домой. Все. Ты теперь не рыжий, клетчатый. Какой-то фильм был. Джо Клетчатый. Этот Джо Клетчатый. А этот? Радужный Миша. Ну вот так, все, пошли домой. Чао, холодно.